ситуациях. Там реально герой Владимира Путина прикладывает к этому руку. Я вот убей не могу такой художественной формы принять, потому что для меня это призыв к насилию. Я вижу в этом призыв к насилию, как бы это шутливо не было. Как в инстаграме Кадырова? Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что очень похоже. Только у Кадырова реальные люди присутствуют на фотографиях и видео в данном случае. А здесь их изображение мультипликационное. Хорошо. Да, они плохие люди, они эти самые коррупционеры. В отношении многих из них там есть решение суда. Я тебе говорю, я половину не знаю из них. И, я не знаю подавляющие. Не в курсе, что там.